Здорово, это снова я. Мне понравилась ваша реакция на мою последнюю озвучку, и многие захотели продолжения. Лайки и комментарии говорят сами за себя. Также в опросе в конце видео люди голосовали, оставляли ли голосовые эффекты у персонажей, и большинство ответило да. Ну, раз народ просит, можем и подать. Сразу извиняюсь, что выкладываю озвучку так редко. На прошлой неделе мне было просто лень. Ну что поделаешь, ну такой я человек. А также я заболел. Даешь шутку про коронавирус в комментарии, мать вашу. А вторая проблема — это винда. В субботу она почему-то захотела, чтобы я поменял пароль на компьютере, которого у меня отродясь не было. В воскресенье она попросту отказалась пускать меня в систему, и мне пришлось переустанавливать винду. Я ее перестановил, настроил, и уже все шикарно. И как-никак, эта озвучка вышла, и будут еще, конечно. Я попытаюсь сделать еще одну на этой неделе. Ну, попытаюсь, сильно сказано. В любом случае... Подписывайтесь и ставьте лайки. Подписывайтесь и ставьте. Кто не поставит, будет сосать. Приятного просмотра. Наша жизнь на самом деле простая иллюзия. Мы существуем только благодаря случайности. Мы ожили благодаря чистому злу по имени Кошмар, который был уничтожен много лет назад в первой пиццерии. Каждый из нас имеет часть его души, и поэтому мы должны атаковать личного охранника. Если он вернется, не будет спасения ни для кого. У меня есть еще одна важная вещь. Я не знаю, кто перед этим, я не могу сказать. Или... неважно. Очень интересно, потому что я чувствую присутствие незнакомца в последнее время. Я думала, что это просто мое воображение, но ты изменила мое мнение. Есть еще одна вещь, что, я думаю, является частью тайны. Я имею в виду это загадочное устройство, которое находилось в голове Спрингтрапа. Кто хотел контролировать и мучить его? Невозможно. Они не знают, что мы живы. К сожалению, да. Это должен быть один из аниматроников. Я не вижу другого варианта. Один из нас хочет навредить нам? Это не имеет смысла. Ты, Чика, ты видела другие подозрительные вещи? Да. Какое-то время проклятие больше не работает на меня, и я могу двигаться в течение дня. Все это должно быть связано друг с другом. Я чувствую угрозу. Наступает что-то зловещее и опасное. Все факты подтверждают это. Тойчика, спасибо за внимание. Теперь можешь идти. Теперь мы должны подумать над этим. Тойчика, погоди. Я верю тебе. Я встречался с Фредди много раз. Он сопровождал меня очень долго. И он дал мне совет, который помог нам. Он всегда помогает мне. Он рассказал мне историю, как все начиналось. Я знаю, что это сфера в этом месте, которая сдерживает кошмар. Шэдоу Фредди сказал мне, что я должна получить эту сферу, потому что это очень важно. С помощью этой сферы мы можем уничтожить кошмар раз и навсегда. И он никогда не вернется. Так чего же мы ждем? Ты знаешь, где он? Да. Он показал мне точное местонахождение сферы. Тут. Это старое тело кошмар. Сфера должна быть в челюсти. Тут пусто. Как это возможно? Кто-то его забрал. Верно. А это что такое? Что? Это устройство. Я не знаю. Я вижу такое впервые. Время начать расследование. Я остаюсь здесь и попытаюсь понять, что это такое.
Я попытаюсь найти того, кто взял сферу. Тойчика, подожди. Это очень важно. Посмотрим, что тут у нас. Время точно. Там не рвался. Ты кто? Мой господин возьмет поряд. Вы, ребята, пишите это. Что ты хочешь с этим сделать? Мой род закрыт внутри твоей головы. Наконец-то после стольких лет он будет освобожден. С помощью этой сферы. Мне нужна последняя вещь. Все они подводники в этом здании. Этой силы достаточно, чтобы освободить великую силу. Я сделаю тебя. Не получится. Твою! Никогда не обещал. Может быть, мой шанс. Я чувствую, что-то пошло не по плану. Он... Марионетка? Что происходит? Помогите! Ангел? Что случилось? Эндоскелет атаковал и оглушил меня. Я не помню, что произошло позже. Я проснулась в офисе ночного охранника и пробралась сюда. У меня сломаны ноги. Я помогу тебе. Моя миссия выполнена. Программа завершила задачу. Система будет отключена. Что случилось? Кто-то нас атаковал. Бангл! Ради? Все пучком? Невозможно. Это он. Я не могу поверить в это. Здравствуйте, мои маленькие друзья. Наконец-то я свободен.